В лесной зоне Красногорска прошел очередной субботник. На этот раз вдоль дороги на Сабурово трудились сотрудники администрации округа, лесничества и Госсанитехнадзора Московской области. В рамках работы областного штаба по ликвидации навалов мусора ведомство проводит уборку уже в третий раз. Штаб по данному вопросу работает постоянно. Каждый день выявляем новые свалки. Сразу заносим их в реестр свалок. Ну и, соответственно, принимаем меры к их ликвидации. Ну и стараемся поймать нарушителей, тоже ловим их и привлекаем к административной ответственности. Вот таких нарушителей за прошедший месяц было 28 человек. Все пошли через административную комиссию, были назначены штрафные санкции. Штраф 5000 рублей не пугает любителей шашлыков и отдыха на природе. Люди просто бросают целые пакеты с мусором и мелкие отходы в траву. Эта часть красногорского лесничества – место весьма популярное из-за близости микрорайона Изумрудные холмы. Но находятся и совсем бессовестные водители большегрузов, которые прячут здесь мусор из кузова. Это же пожароопасный период сейчас. Возможно, возгорание. Люди разные бывают. Поэтому нужно чаще здесь бывать и милиции, и не только нам следить за этим лесом, потому что это очень опасно сейчас в данный момент. По итогам этого субботника была убрана территория в 1,5 гектара, собрано 5 кубов мусора. Его вывоз организует администрация городского округа.